Современная женщина, она потрясает, вдохновляет, покоряет мужскую половину общества. Ей хочется быть любимой и любить. Она желает пользоваться вниманием мужчин, быть притягательной, сексуальной, чтобы каждое ее прикосновение сравнивалось с прикосновением Моны Лизы. Мона Лиза Тач. Прикосновение Мона Лизы. Именно так итальянская компания-производитель Deka назвала свое изобретение, а потому сегодняшнюю программу мы посвящаем теме женского интимного здоровья. Расскажем о новейших технологических возможностях в эстетической гинекологии, которыми предлагают воспользоваться в медицинском центре Ладе в городе Бресте. Головко Елена Вацлавовна, врач-акушер-гинеколог, сфера деятельности – гинекология, стаж работы – более 20 лет. Елена Вацлавовна, клиника Ладе, медицинский центр Ладе. Насколько он востребован у женщин? Ведь женщина вообще натура такая, хотя и открытая, но весьма сдержанная. К вам много приходит пациентов? Так, знаете, медицинский центр Ладе работает в Бресте уже много лет. И, конечно, он заслужил свою любовь у пациентов, без сомнения. Многие наши пациенты с нами с тех давних 2000-х лет, годов, когда мы только приходили, начинали работать. Те пациенты с нами есть такие, которые с нами по сегодняшний день. Они, конечно, уже родственники практически. Так скажем, что нехватки пациентов мы особенно не испытываем. Нам много приезжает пациентов с района, с области. И в основном стараемся сделать так, чтобы все они ушли довольны. Довольны работой доктора, довольны работой нашего центра. Медицинский центр Ладе популярен у населения, востребован. Это подтверждено временем. Здесь непрерывно следят за последними новинками и в своей практике внедряют прогрессивные современные технологии, в том числе и лазерные. Гинекология не является исключением, и поскольку интимное здоровье – одна из составляющих женского счастья, мы расскажем о новой процедуре – лазерном вагинальном омоложении, которое можно воспользоваться в медицинском центре Ладе. Мона Лиза Тач. Этот аппарат применяют уже в течение долгого времени. Результаты действительно убедительные. А каковы же показания к применению? Никитюк Инесса Геннадьевна, врач-акушер-гинеколог, заведующая отделением гинекологии медицинского центра Ладе. Сфера деятельности – гинекология. Стаж работы – более 30 лет. Показания, в первую очередь, все состояния, которые сопровождаются эстрогенным дефицитом. Это женщины в менопаузе, имеющие легкие степени опущения стенки влагалища, имеющие стрессовое недержание мочи или недержание вследствие опущения влагалища, имеющие атрофические процессы на вульве и во влагалище, дистрофию вульвы, которая называется краурос и очень тяжело лечится лекарственными методами. Лазер нам помогает с этим справляться очень хорошо. Для того, чтобы добиться того окончательного эффекта, который мы хотим, нужно пройти несколько процедур. Обычно они делаются с интервалом месяц, два, три. Какие интервалы делать, это подбирает доктор, исходя из индивидуальных особенностей пациентки. Несколько процедур, а дальше поддерживающие процедуры, кому раз в год, кому раз в полгода. Это тоже решает доктор в зависимости от эффекта. Отдельные показания для женщин после родов. Это, во-первых, реабилитация хорошая для тех, у кого имеется опущение влагалища или такой называемый синдром релаксированного влагалища после родов. Опять же, недержание мочи послеродовое. Это все можно решить при помощи вот этих лазерных процедур. Гинекологические процедуры с лазером СО2 успешно устраняют атрофию слизистой влагалища после родов, улучшают тонус стенок и чувствительность половых органов. Процедура быстрая и безболезненная, без хирургического вмешательства. Итальянские ученые придумали чудо-лазер. Почему чудо? Потому что в нем создан специальный импульс, который воздействует на слизистую оболочку. В обыкновенных лазерных машинах обычно импульс воздействует на кожу. Эта машина работает именно на слизистых оболочках. Это было очень непросто. Над разработкой работали более 10-15 лет. Но, наконец, придумали вот этот чудо-импульс, который позволяет вернуть молодое состояние слизистой. Он запускает
процессы регенерации в организме. Слизистая становится увлажненная, утолщенная, в ней формируются новые кровеносные сосуды, то есть улучшается ее физиологическое состояние. И, соответственно, с этим немножко и подтягиваются стенки, решается проблема недержания мочи, решается проблема небольших степеней опущения влагалища, улучшается качество интимной жизни. То есть очень такой аппарат удобный, и чем он хорош? Тем, что процедура абсолютно безболезненная, то есть женщина не испытывает никаких дискомфортных ощущений. Проводится в амбулаторных условиях, не требует никакой госпитализации, не требует обезболивания, очень маленькое вмешательство, после чего женщина встала и пошла по своим делам. С течением времени и в силу других обстоятельств в организме женщины могут происходить структурные изменения, которые влияют на ее интимную жизнь. Изменения гормонального фона могут являться дискомфортом, а именно ощущением сухости, чувством жжения и болезненностью во время интимного контакта. Эти симптомы негативно влияют на общее самочувствие женщины. Мона Лиза Тач является самым инновационным и эксклюзивным методом профилактики и коррекции, противодействующим естественным проявлениям изменения гормонального фона женщины. Раньше считалось, что у женщины, которая прекратила менструировать, наступает старость. Сейчас уже современные достижения науки таковы, что мы эту старость реально можем отодвинуть и аппаратными методами, и вдобавок к этому подключением каких-то лекарственных препаратов, что, конечно же, добавляет женщины молодости, настроения, уверенности в своей жизни, улучшает качество жизни как обычное, так и интимное. Вопросы и, конечно, укрепляет и семьи. Проблема интимная, она достаточно, знаете, такая актуальна в том плане, что часто заставляет женщину чувствовать себя неловко. Неловко в общественной жизни, неловко в интимных отношениях. Поэтому мы надеемся, что наша Мона Лиза поможет нам и нашим женщинам справиться с этой проблемой. А чтобы врач успешно решил имеющуюся у женщины деликатную проблему, нужно прийти на прием к специалисту медицинского центра ЛАДЕ, сдать необходимые анализы, чтобы врач назначил подходящий план лечения. Будьте уверены, результаты вас впечатлят. Повысится самооценка, улучшится интимная жизнь. Каждой даме стоит понять свою женственность и узнать возможность, которые предлагает современная медицина. Самое главное – не стесняться и не мириться со своими проблемами, а решать их вместе со знающими специалистами медицинского центра ЛАДЕ, которые найдут самое подходящее решение. С огромным удовольствием мы приглашаем всех дам Бреста, Брестской области, у которых существуют подобные проблемы, на прием к нашим докторам. С тем, чтобы мы смогли помочь вам, помочь решить вашу проблему, помочь продлить вашу активную жизнь и помочь получать удовольствие от жизни.